Думаю, что эти 2 километра и следующие 2 по синяку займут мне сегодня целый день. Это реально не смешно. Хотя смеется хорошо. Нигде наверняка нету снега. А вот на Горгане как раз он есть. Может, чуть выше, конечно. И он не просто, это же снег, это вчера дождик был, потом снег, и вот минус какой-то там, 2, может, было, самый максимальный, 2-3 градуса. И это, конечно, фу. Такие у меня, вчера была грязь по уши, сегодня и снег, и лед. Снег небольшой, но лед нормальный. Ну не лед, но он скользит такой, примороженный чуть-чуть. Все, буду идти.